Через 3 месяца в столичном парке 500-летия Чебоксар среди зарослей кустарников, деревьев и оврагов появится двухполосная асфальтированная проезжая часть, пешеходные и велосипедные дорожки. В этнокомплексе «Амазония» начались масштабные дорожные работы. По плану они должны завершиться через год. Для строительства дороги планируется вырубить более 400 деревьев и более 3000 кустарников. По словам специалистов, рельеф в парке сложный. Когда-то здесь были карьеры для завода стройматериалов. Сложный участок. Здесь в данный момент готовят отверстия под сваи от 5 до 8 метров, чтобы укрепить грунты. В принципе, работы уже ведутся. В течение 10 дней мы уже вырубили лесопосадку, чтобы устроить дорожную одежду. К концу недели, этой недели у нас уже дорожная одежда как бы уже начнется уже принимать песок. Основание будет готово. Я думаю, что чуть пораньше срока сможем сдать дороги в эксплуатацию, если погода не помешает. Сейчас строители готовят основание для 4 автомобильных дорог. Они будут вести к аквапарку, развлекательному центру и набережной. Будет идти большое количество пешеходных и велосипедных дорожек. Ширина всех дорог 5,5 метра, 5,5 метра, тротуар возле каждой дороги 2,75. Ну, тип дороги капитальной. Но это дороги подъездные, просто для обслуживания тех предприятий досуга и отдыха, которые будут здесь построены в дальнейшем. По проекту предусмотрена реконструкция газопровода, водопровода, канализации и тепловых сетей. Уже сегодня техника и рабочие работают на объекте в 2 смены. Татьяна Молкова, Алена Алтухова, Игорь Зверев. Республика.